Какими были плакаты в 20 веке? В галерее современного искусства «Баранник» открылась выставка антикварных афиш, которые сегодня уже стали раритетами. С экспозицией знакомились наши корреспонденты. Короткие встречи, белое солнце пустыни и кавказская пленница. Так выглядели киноафиши в момент выхода этих фильмов на экран. Сегодня так уже никто не рисует и, наверное, не будет рисовать. Саме ті плакати, які тут висять, вони свого часу зробили так, що приємно було проходити повз них, приємно було жити в цьому місті, приємно було дивитися на ці афіші і потім там йти до цього там театру або купляти якісь товари, бо вони створювали взагалі середовище. По сути, это разновидность графики, лаконичное изображение на листе бумаги с сопроводительным текстом. Считается, плакат возник в Западной Европе во второй половине 19 века как результат эволюции от шрифтовых театральных афиш и объявлений и сразу стал мощнейшим инструментом воздействия на все аспекты жизни. Плакат – это такая большая агитка, которая должна воздействовать на умы людей. И вот сегодня здесь можно увидеть, в галерее можно увидеть, как в 20 веке пытались воздействовать на умы наших сограждан в разные времена, начиная с начала 20 века и заканчивая практически вот 80-ми годами. Советские плакаты звали в космос, прославляли милицию и давали плановые обязательства. Вот так выглядела реклама мыла на рубеже 19 и 20 века, когда в театре «Аркадия» давали спектакль с некорректным названием, а люди пили неженскую рябину на тифлисском коньяке. Есть даже такая доска объявлений времен оккупации. Очень интересная выставка, и всегда приятно находиться рядом с вещами, которые в себе содержат энергию времени. Начиная вот весь 20 век представлен здесь. Плакаты прошлых лет сейчас уже стали библиографической редкостью, антикварной графикой и предметом коллекционирования. Сейчас это искусство не то чтобы ушло в прошлое, но стало совсем другим. Так что эта выставка своего рода машина времени, только с одним направлением – назад в прошлое.